Выставка посвящена людям с ярким, сильным и деятельным характером, которые показывают миру все многообразие творческого духа. Основываясь на крепкой школе русского реализма, художники Тихомировы выработали собственную систему. Рисовать жизнь словом или кистью, жить в мире реальности или своей исключительной фантазии, видеть в людях гармонию взаимоотношений или оставаться чуждым к миру природы. Все это в картинах известных живописцев. Представлены также скульптурные работы. Выставка «Превосходство» в художественном музее будет работать до 10 ноября. Я не верю, когда говорят, художник работает сам на себя. Художник работает в первую очередь для того, чтобы его увидели, чтобы его поняли. И вот я хочу, чтобы меня поняли. Да, неоднозначные работы, но в этом их и изюминка.